Мы помним вас, отцы и деды, что заслужились честью ордена. Нам не забыть весну победы. Тот день, когда закончилась война. Славянский район стал участником краевой патриотической акции «Эстафета памяти». Проводится она уже не первый год. Ее цель – патриотическое воспитание молодежи на героическом прошлом своей страны, а также сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Ребята, вы должны помнить, какой ценой досталась нашим отцам, дедам, прадедам победа. Сколько жизней унесла война с фашизмом. И я хотел бы выразить вам слова огромной благодарности, признательности, что вы занимаетесь военно-патриотической работой. Я уверен, вы глубоко сегодня изучаете историю нашей Родины. И никто никогда не перепишет нашу героическую историю, на которой воспитываетесь вы. И будут воспитываться будущее наше поколение. В этом году патриотическая акция «Эстафета памяти» посвящена 80-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Стартовала она 3 октября в городе Герои Новороссийске. Несколько месяцев сборные отряды постов номер 1 передают лампаду с горящей свечой от одного района другому, как символ народной памяти, неподвластной времени. Мы, нынешнее поколение, должно помнить немеркнущий подвиг предков, и каждый год отдаем дань уважения героям. Мы чтим всех, кто сражался на фронте, и тех, кто приближал победу в тылу. Узников концлагерей, детей войны и вдов. Это необходимо для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, чтобы знать, во имя чего и благодаря кому мы живы. И сегодня, с глубокой памятью и благодарностью, мы, принимая лампаду негасимого огня, помним о том, какой дорогой ценой заплатил наш народ за то, чтобы мы могли спокойно трудиться, радоваться мирной жизни, строить планы на будущее, быть уверенными в завтрашнем дне. Каждый из нас должен делать реальные дела во благо Отечества, чтобы наша Родина оставалась сильной державой. За это сражались и погибли наши деды и прадеды. В парке «40 лет Победы» на торжественном митинге славянцам огонь памяти передали волонтеры Победы из Крымского района. Последним эстафету примет город воинской доблести Темрюк. Акция завершится 9 октября, в день полного освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.